Наталья пришла на прием к депутату Государственной Думы Денису Майданову, который он провел в офисе Одинцовского отделения «Единой России» с вопросом развития доступного спорта в деревне Ликино. Получить необходимое содействие парламентария необходимо для решения проблемы, признается жительница. Возможность, чтобы они занимались бесплатно, так как есть многодетные. И также пенсионеры, активное долголетие, тоже мечтали к нам прийти, заниматься, но, к сожалению, мы не можем это предоставить им, поэтому хотела бы помощи. Помимо вопросов доступности спорта, в числе обращений – расселение жителей из ветхого жилья и социальные проблемы. Многие вопросы за время нашей работы претендуют на то, чтобы быть исправлением законодательства существующим, потому что некоторые законы, ну, скажем, достались нам из прошлой жизни и нуждаются в корректировке, и граждане, приходящие на прием, вносят активный вклад в изменения, которые необходимы, назрели. И я очень благодарен людям, и всегда это уходит в Государственную Думу, все эти вопросы в ведомственный комитет. Каждая встреча с жителями – это новый этап постановки задач и планов в отношении всего Одинцовского округа, отметил Денис Майданов. Поэтому все вопросы граждан были взяты на контроль и в скором времени найдут решение. Екатерина Крамер, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».